В этот день они уезжают, допустим, в командировку, или они работают в это время. Повод для досрочного голосования должен быть серьезный. Причины указывают в заявлении и получают бюллетень. Люди приходят с 4 часов дня до 8 вечера. Они приходят, пишут заявление, почему они досрочно голосуют, получают бюллетени, заходят в кабинку, отмечают. То есть все как в обычный день голосования. Отличие одно. Бюллетень бросают не в урну, а заклеивают в специальный пластиковый конверт, который опечатывают и подписывают председатель участковой комиссии и наблюдатели. Конверты в сейф. 13 сентября бюллетени из них достанут и опустят в урну. Пока желающих досрочно проголосовать на этом участке не так уж и много. За все дни было 10 человек. А во всем Оренбурге число людей, досрочно пришедших на голосование, перевалило за 2000. Это 0,5% от общего числа избирателей. Вот такое идет неактивное голосование. Поэтому нам и не нужно, чтобы было активное голосование, потому что это не есть хорошо всегда. За показателями здесь не гонятся. Председатель городской избирательной комиссии Александр Вадин уверяет, досрочное голосование для тех, кто по уважительной причине не сможет прийти на голосование 13 сентября. А таких много быть не может. Пока ажиотажа нет. Вот я говорю, 0,57%. Вот, поэтому пока все идет в режиме. Если до конца 12 числа будет также идти голосование, то я где-то посчитали, мы это будет всего 1,2%. То есть где-то проголосуют около 5000 избирателей по городу Оренбургу. Это, я считаю, просто-напросто будет очень хорошо. Пока все идет по плану, массовых нарушений не зафиксировано. Хотя тревожные звонки оренбуржцев есть. Избирателей кто-то пытается заставить голосовать именно досрочно. Предлагаю такие услуги, что вы пожелаете. Пожилые люди, вот мы от вас заботимся, давайте вот мы завтра приедем на «Газели», на машине и отвезем вас на избирательный участок, чтобы вы там проголосовали. Избирательные комиссии на участке для голосования людей не возят, потому оренбуржцев просят быть бдительными и при случае записывать телефоны и имена людей, которые пытаются их отвезти на досрочное голосование. Юрий Мишенин, Виктор Гашенев, «Наше время».